У памятника Владимиру Ленину горожане наедятся вдоволь перед постом и попросят прощения. В это воскресенье впервые за долгое время Масленица вернется на главную площадь Улан-Удэ. Горожан ждут несколько интерактивных площадок с конкурсами, играми и подарками. Музыка у нас осталась старая, но номер мы полностью переделали под уличное мероприятие, потому что на улице мы не можем валяться на полу, поэтому полностью... Стоя на ногах, отработаем весь номер. Будет все круто, интересно, поводим хоровод с народом. Будет очень много положительной энергии. Стартуют народные гуляния 10 марта в час дня на площади Советов. Одновременно начнут работу несколько анимационных и игровых площадок, перетягивание каната, бой мешками, столбоходы и другие развлечения для взрослых и маленьких горожан. Параллельно начнется театрализованное игровое представление. Было принято решение проводить мероприятие на центральной главной площади, чтобы зритель мог беспрепятственно оказаться вот в праздничной атмосфере. Мы в своей программе предусматриваем побольше игровых моментов, чтобы была возможность не стоять, да, как вот обычно, не смотреть просто концертную программу, а можно там поучаствовать. И изюминку этого праздника мы оставляем как бы для того, чтобы они это все увидели уже своими глазами. В 15:30 по традиции сожгут чучело масленицы. Это символизирует проводы зимы, а завершатся народные гуляния массовым хороводом.